Ложись! Береги себя там! Они на эту напали, получается. Прикройте меня! Прикройте! Решили на сопротивление. Ну и как напали? Еще хочет. Да, с этим, наверное, так просто не получится. С выжигателем этим. В укрытие! Не дайте им согнать вас в угол! Береги себя там! Помогите! Я под обстрелом! Все, ты готов. Так, где это? Еще один. Не, вы че как-то вас многовато стало там. В последнее время. Дай пройти, пожалуйста. Так, восстанови мне эту. Не останавливаться! Вперед! А где остальные-то? Маги эти, книжники. А что, а где остальные-то книжники? Их тут было, когда я вышел, тут троих их было. А сейчас ни одного, а куда все делись-то? Этот, что ли, всех убил? Или я чего-то не понял? Нет времени на разговоры, друг мой. Нацисты жаждут нашей... Да знаю, я понял. Нет времени. Может, ты мне какое-нибудь интересное задание дашь. На ликвидацию кого-нибудь там. Или посмотреть на магию черного солнца. Это магия черного солнца, наверное. Делается. Да? Это туда дверь уже закрыта. Ну ладно. Все, всех убил, что ли? Что-то они к нападению очень-очень слабенько подготовились. Очень мало сил выделили. Ты остановил наступление нацистов. Какое наступление? Это было какое-то там... Что-то было. Это даже не наступление. Нацисты отступают. Зачем? Мы же были у них в руках. А, это они что-то попытались и что-то бросили.
Так, давайте, у нас тут очень много заданий есть. Их нужно выполнять. Начнем с рынка. Это шпион! Так, а рынок далеко находится-то, а? Так, не, нам вниз нужно спрыгнуть. Подожди, чё? Документик. К сведению всех офицеров, по сигналу войска должны немедленно отойти к границе Айзенштадта. Сигнал будет подан, когда Цепелин займет оптимальную позицию, и система вооружения будет приведена в полную боевую готовность. Чё вы там устроили? Чё вы там сделать-то хотите с этим? Наверное, на Цепелине будет просто это. Пульт управления оружием, да? И они просто там активируют, чтобы сделать так, чтобы два мира. Ничего себе там у вас хлысты. Ладно, давайте еще раз сходим. Это шпион! Вперед! Ну а кто еще может быть? А я думал, вы послабже будете. Или это какие-то новенькие? Не, те были, ну, с ножиками были. Эти какие-то другие уже. Эти с ножиками, те с ножиками какие-то были, а это уже как что-то новенькое. Их так просто уже не убьешь, нужно подзаряжать оружие. Оружие надо подзаряжать уже. Шпион! Пошли, пошли! А где вы? А, тут же вышка находится. Здесь же вышка стоит. Вот она, что вы тут охраняете. Вышку. Ну, давайте заодно и вышку убьем. А потом уже туда пойдем. Я думал, че вы тут охраняете? А они тут вышку охраняют, вот она. Не, два удара всего лишь требуется им. Им требуется сейчас два удара всего лишь. А я их даже найти не могу. Подожди. Это взять надо. Требуется всего лишь два удара. Это что такое еще? Откуда? Зачем? Кто сюда их принес-то? Сбросил.
Нарушитель, нарушитель. Блин, зря я прыгнул, а. Что-то сложно, уже что-то посложнело чуть-чуть. Они сами стали сложными уже. Хотя раньше мы я их убивал, и все нормально было. А откуда здесь взялись столько бочонков-то? Их здесь никогда не было. Так, третий откуда взялся? Теперь и третий откуда-то берется. Откуда-то взялся третий? Откуда, я понятия не понял. О, бочки пропали. Кусок какой-то. Все, теперь даже эти исчезли, наверное, я им надоел. Или они по сложности выбираются? Если я умираю в одном и том же месте по несколько раз, то они у меня условия смягчают, да? Или не? Так, динамит заложи. Все, нормуль. Теперь пойдем рынок возьмем, посмотрим. Осталась еще одна. Че, а, документик. А я думал, что взять-то? Документик взять. Можно гранатомет улучшить. Сделать поступательную систему поступления зарядов. Диджей, ты, должно быть, слышал о смерти моего брата Антона. Так вот, его убил я. Когда он отказался меня отпустить, то сознался, что это он помог нацистам схватить Каролину Беккер. Антон предал сопротивление и виноват в ее смерти. И я застрелил его. Что мне оставалось делать? Так это что, из-за вас, что ли? Из-за торговцев оружием, что ли? Чем, ну ладно, помочь? Его, наверное, прижали просто. Вот и кинул. Так, что я хочу сделать? Облегченный вариант. Магазин. Обойма такая. Ее никто, наверное, не делал никогда, да? Лично я не видел, это огнемет.
Но огнемет нам тоже не нужен. Можно, вот первое, что я могу. Это большая пушка, это, которая может все что угодно убить. Время перезарядки не надо. Скоро на аэродром пойдем. Радиус тоже нужно сделать. Так, что еще нужно? Тень. Не надо, щит. Отражает пули, тоже не надо, усиление. Позволяет пробивать большинство легких укрытий. Да, давайте. Металл, камень, бетон тоже давай. Ну и все. Биджей Блажкович, герой Айзенштадта. Рад встрече, Биджей. Теперь ты займешься Тоттенкопфом? Он единственное препятствие на пути к освобождению города. Да, наверное. Ими займусь. Так, что у нас там по заданию? Золотой рассвет потом сделаем. Сейчас нужно радиолушки убрать. Чтобы они свое оружие не смогли подзарядить. А то я чувствую, что они что-то там подготовили такое, что не особо хочется смотреть. Что это они там подготовили? Золото. Да блин. Все, наконец-то. Запрыгнули. Бабка-то стоит. Молодцы. Прикройте меня! Ложись, Нэн! Нужно огневое прикрытие! Дисъекта мембра! Пошли, пошли! Вот так вот. Так, а где вы там еще бегаете-то? Что-то кто-то кричит, кто-то вопит. Ложись! Слева! Ура! В атаку! Он заряжает оружие! Еще один. На-на, держи. Thank you.
Че, далеко бегать нужно? Придется. Чтобы эту радиовышку вырубить и... Зарычал где-то. Недолго тебе осталось, американец. Ну как тебе? Ну блин, ты грузовик взорвался. Это... плохо. Не так, как надо, взорвался. Ладно. Окей, давай еще раз. Теперь у меня пули все пробивает. А почему я его не убил-то? Сейчас мне пули вообще много чего пробьют, могут пробить. Они его не убили. Ой. Так, ну этого я убил, да? Да, да, нету его. Подождите. О, это тут та самая херь, которую мы в лечебнице видели. Потом еще двоих в замке. Так, ладно, все, минируем. А можно и так же сделать. Нет, ни хрена не можем. Только динамитом взорвать. Все, задание выполнено. Задание данное. Все, теперь нужно найти Эрика. Я как понимаю, мы пойдем на аэродром. Все, больше у них нету радиовышек. Три маленьких и одна большая была. Мне еще сегодня тут появились. Вы видели тут толпу? Все исчезли, там пулеметы тоже исчезли. Что сейчас-то было? Сейчас появилось целое. Все, вот все в одном месте. Наверное, толпой куда-то уходили. Толпой ходили куда-то. Здравствуйте, Биджей. Мне жаль, что мы лишились мисс Беккер. Биджей, Тоттенкопф жаждет отомстить за наше нападение. Он перебросил войска к Цепелину. Мы недавно обнаружили волну энергии тени, которая исходит от Цепелина. Мы считаем, они готовятся выстрелить из оружия на энергии Черного Солнца. Итак, ты должен пробраться на Цепелин и остановить Тоттенкопф. Мы сможем провести тебя на аэродром, но остаток пути тебе придется проделать самому. Есть еще кое-что. Пропал доктор Александров. Возможно, он пытается самостоятельно обезвредить оружие. Мы уже потеряли одного командира, поэтому если увидишь Александрова, спаси его. Окей, блин, что у нас за задание?
И проберитесь к Цепелину, понятно. Удачи вам, Биджей. Только вы в состоянии остановить. Вы знаете, что один из братьев... Ну, это финал получается, все. А, идет аэродром и... Цепелин получается. Мы на Цепелин отправляемся. Но до финала не так уж далеко осталось. Че, уже нашли, что ли? Пошли, пошли! Меня загнали в угол! Да. Теперь они в каждом углу тут. Но есть. Они теперь в каждой дырке заточка. Не забывайте, я теперь сейчас и через бетон смогу прострелить. Я все могу прострелить сейчас. Гутен так, Биджей. Я помогу тебе пробраться на аэродром. Ну давай, полезли. Это мы опять вернулись к этому. Кругами ходим. Танк. Танк. Нет, танк нам тут нет. Пошли, пошли! Не, танк это серьезно. Это серьезные вещи. Так, где ты там? Попал. Попал он, видите. Так, ладно. Ну ладно. А нам вниз нужно, да?
А что здесь тогда лежит? Что это тут так все прикрыто? Здесь ничего, здесь тоже ничего, здесь пусто. А куда там делать? Что делать-то нужно? Я кое-как туда забрался. Блин. Тут пройти нельзя. Что-то я не понимаю, как тут пройти-то. Но мне нужно танк убить, это я понял. Потом сюда подойти. Потом сюда подойти тоже. Экс-экс-биллион. Достал ты мне со своим экс-биллионом. Экс-биллионом своим. Долго летают боеприпасы у тебя, очень долго. Так, все, побежали в эту сторону. Понял. Убежали, главное убежать. На, где ты? Сейчас тебе тоже убили. Теперь нужно эту подобрать, чтобы я переместиться смог. Все, нормуль. Здесь я тоже смогу.
Нормуль, здесь тоже смогли. Вот так вот. Нет, он живой еще. Все еще живой. Все, молодцы. Тут у нас что? Закрыто, ничего нету. Спасибо, будь свободен, залезай. Залезаю. Ваши документы давно просрочены. Не я их оформлял. Я водитель. Проезжай. Проезжай. У них тут самый-самый-самый секретный, секретный из секретнейших документов. Стой. Объектов тут. Проезжай, говорит. А если они еще дальше проехали? У них самый секретнейший объект здесь, самый, ну, охрана должна быть вообще на высоте. А они тут проезжайте, не насрать. Не, охранника так охранники. Ну ладно.